Молодец. Здесь балом правят обезьяны. Мороженое есть. С ними шутки плохи. Сейчас обратно возвращаюсь из магазина. Трачу остатки последних денег. Не последних. Даже с карточкой оплачивала вообще. Выгоднее иметь карту Тинькофф. Разница там небольшая. По-моему, я считала вчера с 70 рублей где-то получается 2 рупии. Так смотрят мне. Вот. 2 рупии. Ну, по сравнению со Сбербанком. Альфа я не пробовала здесь карточку. Вот, но не стала уже переводить деньги с карты, с рублевого счета карты Тинькофф на рупиевый счет. Решила просто Сбербанком оплатить. А завтра хочу еще сходить, или может быть сегодня даже вечером, за город, за ворота. Там есть хороший препарат, Ришун называется. Я им спасаюсь, когда заболеваю сильно. Ангина, там, ну, вот эти вот все грипповые простудные заболевания. Тут надо 3 пластиночки. А то, может быть, и побольше прикупить. Сейчас дойду до Норда вам и покажу, что я взяла на этот раз. Народу очень много. Фотку сейчас в Инстаграм выложила. Очередь, которую мы выстояли минут 10, наверное, 15, а то, может быть, и 20 стояли. Все пожухло, цветочки. Вчера, по-моему, не вчера, в прошлом году кустистое дерево было. Даже фоткалась около него, сейчас не вижу. Этот Норд, в котором мы живем. Девчонки, мои запасы пополнились. Я вчера сходила в наш местный магазин и кое-что там докупила. Взяла вот такую тамбу. Говорят, она очень полезная, но тяжеловатая. По 100 грамм взяла. Конечно, если бы ну, у меня были бы мужские руки вместе с собой, я бы побольше всяких штучек взяла. А пока вот так вот 2 упаковочки. Если бы, докабы. Вот. А потом взяла еще Герри Форте. Это у меня получается 6 баночек общей сложности у меня получилось. А его называют еще сухим чванпрашем. Ну, БАДов я набрала в этом году, конечно, очень много. Сухим чванпрашем его называют. И он служит природным иммуномодулятором. И там очень большой спектр. Там и от герпеса, и от простудных заболеваний, много-много чего. Взяла маленькую бутылочку кокосового масла. Я его использую для массажа лица. Вот, хорошо скользит такое. После массажа лица обязательно умываюсь. Обязательно умывайтесь после массажа. Не умываться можно только в том случае, если вы пользуетесь каким-то уже кремом таким, либо сывороткой.
Ну, ее можно не смывать. Остальное масло в любом случае смывайте, иначе поры забьются, потом обсыпет все. И еще я взяла зубную пасту. Ее очень-очень хвалят. Какая-то не... Ну, состав я посмотрела, не сказала, что он какой-то крутой. Вот, ну, прям уж очень ее расхваливала Юлька наша Пионова. Вот, взяла две упаковки. Одну маме, одну себе. И еще взяла вот эту зубная паста, мне нравится. Я обычно привожу маленькие такие дорожные варианты, подарочные варианты. На этот раз решила взять большую упаковку. Вот если хотите делать кому-то подарок, все ароматы Индии вот в этой зубной пасте. То есть я привозила обычно на подарки. И кто пробовал, ну вот прям это Индия-Индия, вот такая вот колоритная Индия со всякими специями, травами и так далее. Офигенная зубная паста. Прям очень большой, богатый такой состав. Это чувствуется, она коричневая такая по цвету. Вот, беру ее тоже постоянно на подарки. В этом году, правда, ничего не брала. Вот, прям. Это все мое. Но не мое, в основном родителям и родителям в основном. Разные маски, крем. Я уже вам показывала. И вот это вот не пойму. Предполагаю, что для от болезни, ну, когда болеешь, пить какие-то сыпучие такие вещи, которые, наверное, жаропонижающие, не жаропонижающие. Даже не знаю. Взяла два пакетика, они по 6,5 рублей. В этом году я вам показываю все-таки больше покупок, наверное, каких-то, потому что, ну, как-то так получилось. Вот, значит, докупила. Я сейчас гонялась просто из одной точки в другую, из одной аптеки в другую. Где-то можно было картой расплатиться, где-то нет. Взяла, что я родителям. Взяла я родителям Йогарадж Гугу для суставов. Очень хорошая фирма. Мне порекомендовали Бадьянатх. Вот такая вот. Сейчас я буду заниматься тем, что буду пересыпать из баночки в баночку, чтобы мне не вести, чтобы объема много не занимали эти баночки. Я вот пересыплю как раз, и мне получится там, сколько-то получится. И родителям я взяла трифулу Гугу. Вот раньше на ней писали, сколько миллиграмм. Сейчас я смотрю, вот, нету. Нет, не знаю, может быть, что-то есть, что скрывать стало. Потому что она, говорят, поэффективнее, чем обычная. Ну, во-первых, она трифула Google сама по себе эффективнее, чем трифула обычная. И, говорят, Бадьянатх фирма лучше, чем гималаевская. Да, девчонки, кто-то там мне, ко мне отправляет и говорит, что я спец по аюрведе, по индийским препаратам. И мне люди пишут ВКонтакте, ну, то есть мне написал один человек, да. И, ну, я думаю, что это, ну, пишут мне многие, не только этот один человек, но меня уже стали рекомендовать. И я не аюрведический врач, я только-только сама в этом разбираюсь, поэтому вообще, ну, нет смысла ко мне обращаться, чтобы назначить вам какой-то препарат. Мне нужно хотя бы, вот я знаю родителей, знаю болячки родителей, знаю, что они мне уже пили, знаю, что им помогает, я как бы на них экспериментирую, поэтому я вот в своей семье могу разобраться. Других людей это вам нужно искать, врача специального, который там получил, обучился, получил какое-то образование в этом направлении, и у него это спрашивать. Это стоит денег, то есть курс у врача стоит денег. Вот, Тришун, я его беру, вот две палетки взяла, это, конечно, маловато. Я его пью, когда заболеваю, то есть я не лечусь никакими антибиотиками из магазина, я беру Тришун. Ну, у него было столько, я столько взяла, мало у него было. И еще в местном магазинчике взяла гвоздику, у меня с прошлого года еще осталось, но она здесь такая вкусная, такая пахучая, и так как я делаю шакшуку частенько, то вот, собственно говоря, для этого я взяла для шакшуки, ну и просто... Кстати, говорят, что гвоздика выводит паразиты, ее нужно по одной головке сосать в день. Ну, так рассасывать, разжевывать. И любимый свой кумин зира. Конечно же, эти специи можно купить там в России, но здесь они более такие, как насыщенного вкуса, что ли, не пыльные, свежие. Их вот сразу собирают, расфасовывают, и они сохраняют дольше аромат. Вот взяла такую маленькую пачечку. Конечно же, если бы я ехала не одна, я бы взяла намного бы больше, но пока... Вот так вот. Надеюсь, в следующем году я поеду. Поеду не одна. Привет. Привет. Чё такое? Не открой, у меня ничего нету. А, слушай, я тебе сейчас кое-что дам. Подожди. Но ты только в гости ко мне не забегай. Сейчас тебе сладенькое дам, подожди.
Давайте, дать там. Не знаю, можно им давать это или нет, сладко. Но уперла. Я прям, знаете, подумала о том, что, блин, сегодня девчонок обезьянки гуляли, а я так и не увидела. Вблизи. Она вон. Еще одна, по-моему, вторая. С ней надо аккуратнее быть. Это жует. Вроде что-то схватило. Сидит, жует. Это той, которой я дала. Тут еще их короче нашествие. Но лучше близко к ним не подходить. Иначе телефон могут увести. Наверное. Как знала, что ко мне можно прийти, я думала, как раз куда эти сладости деть.